Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» Он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» «А мы ввели санкции против русских». «Зачем?» «Чтобы им было плохо». «А мы что, русские?» Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Они связаны с системными ошибками вашего политического руководства ваших стран. И в сфере энергетики, и в сфере продовольствия, и в сфере монетарной политики, которая привела к небывалому росту инфляции и к дефициту энергоресурсов. Россия здесь ни при чем. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. И нужно провести здравый анализ того, что происходит, и добиваться изменения экономической политики.